Друзья, всем привет, всем привет! С вами снова Роа Мизу, снова суббота, а это значит, что мы начинаем второй этап Voice of Rio. У нас здесь на Асиме The Rio в зале, который называется Corcovado. Второй этап, одна четвертая финала. Достаточно много участников у нас уже выбыло в 1/8, надо сказать. Кто-то не смог. Например, Халаю у нас он просто не прошел, не все судьи поставили ему yes. Калвикс у нас заболел. Кто у нас тут есть? Истман. Он сказал, что он работает, по времени не совпадает. И парень, которого мы звали на спеть акапелла, он сказал, что у него в реале концерты и ему не до нас. Вот, собственно, пока на данный момент у нас на доске сколько? 9 человек. И, уважаемые судьи, сегодня у нас задача с вами выбрать от 9 до 6 человек. То есть нам нужно, чтобы в следующий этап прошло 6 человек минимум. Гони! Гони, Валентина, гони! У тебя кайф, а не машины, гони. Ты видишь, Валя, я совсем не боюсь. И мы будем свободны, пока звучит мой Урал Байкер Блюз. Гони, гони, Валентина, гони. У тебя кайф, а не машины, гони. Ты видишь, Валя, я совсем не боюсь. И мы будем свободны, пока звучит мой Урал Байкер Блюз. В целом я скажу так, что было неплохо. Единственная заминочка была все-таки. Сережа что-то как-то прервался, да? Забыл слова, наверное, или что там было это у тебя? Хочу сказать, что, конечно, вообще не мой жанр, я просто даже не знаю, как его оценивать, потому что для меня это как бы, ну, непонятно. То есть я оцениваю обычно вокал, когда поют много там по нотам, разные там диапазоны, фигоны. Блин, ну харизматично. Ну, харизматично, идея такая классная, целая история. Ну и в конце концов, если мы о нотах говорим, с нотами все в порядке было. Так что да, конечно, да. Песня была вживую, она как вокально она не очень мне понравилась, в плане было мало голоса, но мне очень, я услышал в припевах хороший. Understand that soon you'll be around with better men. Alone again, alone again, alone again, alone again, alone. Is in rhythm, and nice voice, and definitely yes. Thank you so very much. It's really cool, atmospheric, and your voice is gentle, but maybe you're nervous a little bit, so we need a little bit power in it. But anyway, of course, yes. В целом, в общем-то, неплохо. Мне показалось, просто парень поет как-то без настроения, что ли. Как будто его заставляют петь. Но так, в общем-то, хорошо спел. Говорю, да. Без тебя время тянется, мы с тобой друг на друга похожи. Я знаю, дальше по-другому не сможем, но все пути назад напоминают брель. Я обниму и останется только след поцелуя на коже. Ты хочешь думать обо мне, и я тоже. Найти твои глаза и закричать в ответ. Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал, если небо мое синее плачет? Значит, я без тебя. Без тебя меня нет. Да, с первых нот уже было понятно, что там все здорово, все супер. Олечка молодец, подготовилась просто на ура.
спела без единой ошибки, ни разу не накосячила, и даже верха прям идеально прошли. Ну, умничка, слов нет. Ну, что, ребят, хочу сказать. Платье морское. Песня звучит как просто курортный хит, на самом деле. Я первый раз слышу, но понравилось, прям прикольно, здорово. Я как в отпуске побывала. Очень хорошая, Оль, попадание в ноты, все, приятный тембр. То есть как бы придраться, в общем-то, не к чему. Ну, я не знаю, для меня всегда... Я рокер, ребят, вы меня простите, пожалуйста, я не объективно. Для меня вот мне нужна сила голоса, да, чтобы она, ну, чтобы она хоть как-то была, да. Вот, когда нету вот каких-то не, так минимально надрывных каких-то нот, прям вот у таких уверенных, да, для меня это немножко всегда, ну, так... скажем, как сказать, неплохо, но и не супер-мега-класс. Но в данной ситуации песня не располагает к тому, чтобы орать там или что-то выжимать, поэтому как бы ничего сказать не могу. Опять же, немножко слабовато именно голос, мне показалось. Оля, я знаю тебя давно, и эта песня была твоя. Это был момент, когда здесь все получилось на все 100%, мое, да, у тебя. Tengo la camisa negra, oh, mi amor, está de luto. Hoy tengo en alma una pena y es por culpa de tu embrujo. O saco tu mano, me quieres, es el osco más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue apura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y llevo de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Я по тебе потеряла кальма и casi pierdo hasta mi cama. За неделю человек выучил испанский, нашел черную рубашку, спел про свою черную рубашку и черную душу. Вид отлично вообще. Опять очередной отпускной хит. Не, ну, мне кажется, просто на море хочется. Ну, блин, прям здорово. Черная рубашка в тему, да, все красиво, все хорошо. Произношение, кстати, я учу как бы по чуть-чуть испанский, но тоже так. Могу сказать, что не знаю. Но и произношение вроде прикольное. Мне показалось. Вот. А хрипотца такая приятная в голосе. Нотки чистые. Да не, ну здорово, конечно. Да-да-да. Мне понравился задор. Мне понравилось то, что музыка энергетична. Вот энергетику он передал. Зажег. Я считаю, такое имеет место быть и жить. И вот во всяком случае, сейчас мне хочется сказать «да». А я, к сожалению, всю песню не успела услышать, так как вылетела. Услышала только конечек, но конечек мне понравился, если честно. Очень было здорово, все супер. Ну, давайте скажем «да» тоже. Арригато, селери. Большое спасибо. Это была грустная песня о любви японского самурая к русской простой женщине-крестьянке. Наверное, а может быть и нет. That was really good. I would like to say
Anata no utaika tagadaiski desu means that song was really good. So many ways of voice, I heard it. I like a difference in it. And your image, your costume is just awesome. I like it. Yeah, and guys, she has her own style. It's not similar like everything I heard before. Emotion, the strong emotions. Thank you so very much. Yes, of course, yes. Thank you, Salerия. Very beautiful voice. Мне очень понравилось, очень красиво пела, очень здорово, молодец. Ну, в принципе, я даже не сомневалась, эта девочка вообще хорошо поет, молодец, умничка, мне нравится. Я говорю да. Si você vier, pro que der e vier, comigo. Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva. Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar? Numa praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar. Esse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. Oh, 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 oh. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Thank you, gracias, amazing, I like it. So atmospheric, live guitar, wow, wow. It's so kind song, I guess. Something about sunshine, no? Anyway, yes, I like it. Obrigado pelo seu desempenho. But for me, it's not enough because we're going to the next stage and it's going to be a different level and the singer should show some skills. In this case, I didn't see you in the next stage. Like, personal, yes, but I would like to say no for the next step. На самом деле, хотелось бы, конечно, чтобы пели исполнители в стриме, потому что в войсе немножко нет. Ну, некорректно отображается звучание, да, всем понятно. Но в целом мне понравилось, как играет на гитаре, как поет, да, спокойно, так ровно все. В общем, я говорю да. Sobre tus días, anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz. Ella se olvida, no sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Да, конечно. В прошлый раз эта девушка, ну, пела не по нотам, списали на то, что волнуется, может быть. Но сейчас снова не по нотам, понятное дело, потенциал немножко есть, но хотелось бы, чтобы она обратилась к преподавателям, да, вокала, потому что то, что слышно сейчас, ну, совсем не годится для конкурса. Поэтому я говорю нет. Слушайте, ребят, ну очень много ненужной интимной атрибутики меня первым делом вот это вот смутило. Как-то очень сильный диссонанс с песней получился. Честно говоря, неприятно. Ну как бы, блин.
Либо трусы надень, либо, ну, вы знаете. По поводу звука, да, опять клипует, по-прежнему клипует, как в прошлый раз, то есть проблема решена не была. И попадание в ноты, конечно, да, очень посредственное, поэтому я тоже минусну. Well, I'm going to be the good guy in this case, because it doesn't matter anyway. It doesn't change that fact that the singer not going to go through the next circle. But, and as you can see, there is a lot of red chairs in our room. So, well, I'm going to say yes, just like to be a good man. And you know who's the good, who's the bad cops in this situation. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, who's the one you want? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Очень красивый голос, как бы ему, в принципе, подходит рок, да, очень хорошо получается. Немножко бывает, он там что-то выделывается, но я так понимаю, что это его театральное такое, как бы это выразиться. Ну, очень неважно. В целом, очень даже хорошо, звук хороший, и, ну, я скажу да. Блин, а у меня не было, короче, стрима. Я не знаю, то есть у меня идет как бы он нажатый, то есть все работает, но звука вообще не было. Но я видела, как хвалили, я сначала думала сарказм, типа, ни у кого звука нет, и все такие, да, да, молодец. На самом деле оказалось, что звука только у меня не было. А, нет, вон у мелодии тоже тишина. Короче, не-не, я поняла уже по отзывам, да, что парень молодец, и двигался так хорошо. Короче, очень круто, поставлю, да. Вот видите, друзья, как полезны бывают ваши кресла. Если какие-то проблемы у члена жюри, он посмотрит, что большинство кресел желтенькие, и ставит yes. Obviously, it's a, one of the good voices, and as we remember, he was a little bit sick. I can tell that. And this time he's singing better. He performing better than before. And I would like to see him in the next time. So I would like to say yes. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía, sí que vete. En busca de cada delirio de grandeza, si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, recuerda que tú rechazas de ser la flor para mi vida, por ser solo un pétalo en la de ese tipo. Oh, gracias. It was really great, nice voice and nice and positive song and really good. You need a stream for a better sound. I, of course, yes, yes, yes. I understand that two different things in the voice and in the stream, but I like that expression, what I hear, and I like the end of the song, what I can see potential for the next step. And I'm also will say yes. Замечательное исполнение, просто супер, просто здорово. Я, если честно, этого исполнителя называю Энрике Иглесиас. Но не потому, что у него похожий голос, но потому, что голос очень красивый. Поет он просто шикарно, да. Ну, говорю, да. Ты мой безумный, ты моя бестия, это просто...
просто безумие быть с тобой вместе. Ты мой Везувий, непредсказуем. Наша любовь такая безумная. Ты мой Везувий, ты моя бестия. Это просто безумие быть с тобой вместе. Ты мой Везувий, непредсказуем. Наша любовь такая безумная. Сложными фразами сложены пазлами в пропасти времени, скорость падения по траектории сердцебиения, черным на белом, дрожью по телу, голос любви в миллион децибелов, чувства разбросаны где-то внутри, так ярко смотри. Ты мой Везувий, ты моя бестия, это просто безумие быть с тобой вместе. Ты мой Везувий, непредсказуем. Наша любовь такая безумная. Саша, отлично, отлично. Но звук клипует, это прям бесит. Вот с такими данными, с таким голосом отличным, просто жалко, просто обидно, обидно. Все, минус. Шучу, конечно, да. Конечно же, да. Саша, умничка, молодец, здорово. Но на самом деле по звуку, да, действительно очень-очень сильно. Как бы можно было бы убавить немножечко, потому что я вынуждена была убавить стрим, звук стрима, да, буквально наполовину, чтобы более или менее получше слышать. А я вот как друг, и пусть меня за это кто-то не любит, но я люблю говорить как есть. Мне в первом туре песня вообще зашла. Саша, моя рекомендация. Я, конечно, поставлю «нет», это все равно ничего не меняет. Но почему хочу поставить «нет»? Не потому, что не хочу тебя видеть. Наоборот, хочу больше добавить тебе какого-то. Когда ты мотивированная к победе, ты идешь прям вообще. Вот первая песня звучала очень круто. В этой песне мне твой голос был затянут. Вот было слышно, как он задавлен. Я не чувствовал такого кайфа и драйва, как... В первом туре ты показала реально, какой должен быть уровень, а сейчас как-то на два шага назад, ну не знаю. Поэтому я поставлю. Это опять же ничего не меняет. Ты проходишь следующий тур, но, пожалуйста, я хочу услышать ту Феррари, которую я знаю и слышал даже первый раз. Вот. Всем намасте, слово кистень, сломанный фундамент, крайний из четырех стен. В голове наросы, победный класть, беги по копитный пас, лупят будто кастер. Не видит она, но потемней до густей, ибо к этой лирике не примет. Пастель, либо в акапеллу шиной накинут пластик, либо от меня вшит, будто старина стен. По-любому те, с кем дали дины, мы летели мы векторами век. Помнят, мы перегорели коннекторы на гектор. Один ныне на балом адептов, а не тех, кто завуалирован под эффектами. Дабы за гендер нелепый гон, ведь этими рифмами выдан зал по-македонски. Больные розги, пока не поздно, путь стоит набрать бы воздух в грудь. Будто лего перекидаю, видна детали, пока дали силу мутиным дали, топим педали, будто бы титаник куплеты впитает, бумага по клаве давим, это не металлика на гитаре. Когда мы брали, тебе втыкали, то не забывали, как дали с нам эти медали, но контору не палим и правильно, и перед тем мы ничего не замаливать, Вавилон эту камень, и балом будем тут править мы. Я, когда приглашал Ирен принять участие, я знал, что она не вокалист, она поет, она читает рэп, но мне нравилась всегда энергетика, и я сказал, что вот такое творчество должно звучать, его должны слышать, а должны понимать, что есть и другие жанры и направления, не только рок и байки, да, Тилин? Я шучу сейчас насчет этого. На самом деле музыка прекрасна в том проявлении, в котором она есть. Если есть носители, которые могут показать, что рэп – это тоже круто, речитатив – это тоже здорово, почему бы и нет? И я поддерживаю это, я говорю, в данном случае я говорю «да». Да, пожалуй, оправдаюсь, потому что дело не в том, что я хочу слышать рок. Вообще нет, ни в коем случае. Дело в том, что я привыкла к тому, что в голосе должна быть сила. То есть в ней должна быть не только нежность, если только это не в рамках стиля, как у некоторых вот есть просто вот... Там это не нужно, да? Если есть сильная песня, где нужно показывать силу, ее нужно показывать, она там должна быть. Я вот это имел в виду. Вот. А касательно... Ирен, смотри, что я хочу сказать. В своем направлении... Ты очень большая молодец. Люди услышали, это очень хорошо. У нас вот сегодня очень много людей, и поддержка большая. Народ услышал, как бывает, да, как читают девчонки рэп или R&B. Я, честно говоря, не очень разбираюсь. Но я считаю, что все-таки
шоу «Голос», оно относится именно к тому, чтобы показать свой голос, показать именно вокальные данные. Ну, в рэпе я скажу так, что это сложно. Это очень сложно. Читка хорошо. Слова, честно, вот, мое мнение, я там в видео тоже писали, что отличная дикция. Дикция может быть хорошая, но я, например, вообще не могу разобрать половину слов. Я не знаю, вот просто сплошное месиво для меня было. Может быть, у меня что-то с ушами там от простуды. Но как бы это мое личное мнение. Я считаю, что не для этого шоу. Нужно организовывать новое мульти... шоу талантов, вот так, то есть не голос, вот так вот. Я ставлю здесь нет. Ириш, рэп ты читаешь просто супер, ты, мне кажется, практически профессионал в этом деле, но я, конечно, поставлю сегодня да, но хотелось бы, чтобы в следующем, на следующей неделе, да, ты подготовила песенку, чтобы там был не только рэп, но и припев, например, какой-то мелодичный, хорошо? Просто постарайся это сделать. Не там, где кричать, а чтобы это было красиво, действительно. Надеюсь, у тебя есть такая песенка. Постарайся, пожалуйста. Спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться. Спроси мою душу, запреты все нарушив, узнаешь этой ночью, с кем снится сердце хочет. Не оставляй со мной рассвет, не уходи, моя несмелая любовь в моей груди. В моей груди моих надежд незримый след. Ни мой упрек, ни мой вопрос, ни мой ответ. Ты знаешь все, что прячу там. Тебе отдам. Да, Наташа хорошо поет, хороший голос, все замечательно, но, по-моему, сегодня совершенно как-то не готова. Поэтому, мне кажется, я даже не знаю, что и сказать, что поставить. Да, нет. Немножко теряюсь, честно говоря. Ну, давайте, не знаю, попробуем. Да. Ну, вот, Спартак, вот теперь вот попробуй вот мне что-нибудь про мотоциклы скажи. Вот серьезно, здесь прямо по гармонии в припевах прям нужна сила голоса. Здесь надрыв должен быть, здесь должно быть, как бы, должна быть именно, как это сказать, сила, уверенность. У Незабудки, к сожалению, уверенности и силы я не услышала сегодня. Может быть, песня не подходит, может быть, устала после концерта. Хотя лично я считаю, что концерт, он наоборот разогревает как бы связки, если часовой, тем более как бы нормально. То есть, по идее, после концерта вообще должно хорошо быть. А здесь как бы нежно, красиво, в ноты попадаешь, все отлично. Но силы нет. То есть, либо песня не твоя, либо нужно поработать над подачей. Я говорю нет. Как вы видите, от себя могу сказать, мне было мало вокала, мне было мало подачи и песенка. Пожалуйста, уважаемые поющие конкурсанты, готовьте песни, дайте их кому-то послушать до того, не нам, не жюри, нет, кому-то, своим друзьям, кто-нибудь должен прослушать, прослушайте их сами. Вокально мы идем к финалу, вокально это должно разрывать, вокально это должно быть просто потрясающе. Я, конечно же, давайте скажу, да, потому что вижу, что зал поддерживает и считает, что у нее есть полное право участвовать в следующем туре. Ну и от себя пожелание. Готовьте песни. Саша Феррари, пожалуйста. Наташа Незабудка, пожалуйста. Готовьтесь. Нужно показывать уровень, класс. И вы можете позволять себе это делать. Если бы у вас не было вокальных данных, ну, вам бы никто и претензий не говорил. Но именно к вам обращаюсь еще раз. Пожалуйста, смелее. Будьте уверены в себе, потому что дальше будет жестче отбор. И обид никаких не должно быть. Мы оцениваем действительно так, как мы чувствуем.